Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет, скажем так, интересный видосик. Не длинный, я думаю, информативный по поводу судьбы. Наконец-то у нас разработчики нам добавили информацию о том, какая дальше у нас будет судьба, кого нам надо будет качать, кого надо будет иметь к следующей обнове по прокачке. Так, заходим вот сюда, выбираем, допустим, вот этих. Сейчас, вот. Итак, что мы имеем? По порядку, по хронологии, вот у нас так вот улучшаются герои, да, то есть вот судьба начиналась у нас. Дальше Некроса добавили, потом Шапку, потом с Анубисом Паки добавили, Стрелок Фрея добавилась, вот предпоследнее Седну нам дали, потом нам дали Баферов на добавку, Ворожей. Одно из последних это был Огнекрыл и плюс Укротитель плюс, да. Теперь смотрим, что у нас дальше. Нынешняя обнова у нас дается Ронина Сура, то есть по 6. То есть вот это все наши обновы, которые, скажем так, были и надо было прокачать. Теперь следующая обнова у нас будет, кто смотрел внимательно у меня прохождение новой локации, мы там на 26-й, по-моему, начали присматриваться, там оказалось у нас тыква 12-я есть. Вот теперь следующая обнова у нас будет не 6, а 7 героев в судьбе, будет тыква, будет ледяха, будет атлант, бульдозер, арктика, ведьма и новая бабушка. Вот так вот, ребят, то есть... Надо будет, по сути, мне с этой вообще пачки надо будет только бульдозеров вкачать и там за этого или дяху. Я не знаю, как будут определяться здесь очки, но это будет очень интересно. И, скажем так, интересно, что же все-таки будет у тыковки. Это будет очередная обнова, которая будет, не знаю, у нас... интриговать, скорее всего, потому что тут такие герои, которых мы берем на архидемона, та же самая тыква, арктика, которую многие используют, ведьма, атланта, многие на БГ ходят, сейчас не знаю, как будет дальше, но там все покажет время, и плюс новый герой, посмотрим, уже ближе к обнове следующей, то есть через месяц мы уже знаем, какие именно будут у них скиллы, дальше мы можем увидеть, кто будет следующий у нас обнове. Это будет Химка на 12-м, то есть это через 2 месяца аж будет, где-то уже в октябре, где-то туда, на осень. Ну и по сути Дед Мороз, Ник, ну Ник еще интересен будет. Все остальные, я не знаю, я их не использую, например, многие может использовать, но в любом случае вы на них тратить не будете кулаки. Ну и последняя обнова, самая последняя, это где-то уже под Новый год, скорее всего, у нас сделают все-таки Миноса, Черепа и Фрэнки добавят. Ну, Гарпия, думаю, не особо интересная будет, но вот почему-то решили Минотавра в самую задницу запустить, не знаю, почему так. Посмотрим, ну, в принципе, вот следующая очень будет интересная обнова, там через одну не очень, потом дальше уже... Минотавр, там тоже будут топовые герои, интересно будет на это все посмотреть. Вот, поэтому ждем месяц, и спустя месяц мы уже узнаем, какая у нас действительно будет судьба, и что интересного топового добавят. Ну, в этой судьбе я вам показывал, что ничего, в принципе, интересного нет, и с этих героев, которых нам тут добавили, ну, я не знаю, там Асура, возможно, Ронин, ну, и опять же, Ронина прокачаете, хуже еще будет. Асура, ну, не знаю, ниндзя, там остальные, сердцеедка, возможно, что-то интересное добавится, посмотрим. Вот так вот, ребят. По поводу бабульки, многие писали, мы сейчас, я сейчас вот сделаю вот так вот. Почему так? Потому что я хочу, вот это была бесплатная смена, кстати, хочу ее протестировать с дефным талантом, посмотреть, как она будет при своем уменьшении урона на сколько там 75%, по-моему, у нее идет 75 плюс каменка 60. Если подойдет, тогда будем тестировать священный огонь. Но до этого мы еще потестируем атакующий талант, чтобы уже окончательно определиться, как ее прокачать. Ну, в любом случае, 12 скилл у нее, думаю, в следующей обнове будет очень жесткий. Вот так вот.
Пишите в комменты, хотите увидеть этот обзор с Запилевым. Ну и обязательно ставьте лайк. Ну что, поехали сейчас на основу. Это еще не все. Давай, заходи. Сейчас мы на основе немножко паролим чары. Плюс у нас акция на трату есть. Так, что там у нас? Чары есть. До завтра, до вечера. Я хочу сегодня их паролить, потому что есть трата, и мне надо два пиромага все-таки добить. Так, сколько нам надо переролить? 200 раз на 60 тысяч. Вот так вот. Поехали. Ищем нашего стрелка любимого. Вот тут пиромага надо все-таки поменять на пятерку. Так, ну есть смена. В принципе, можно и смены использовать. Давайте так, смены сначала. Ну, как видите, с этих карт нифига толкового никогда не падает. Даже с карт на смену таланта падает намного лучше. Тут все единички, двойки. Очень редко тут пятерки падают. Ну, бывало такое, что топовые пятерки мы доставали. Ну, 4-5 не надо, надо только пятерки. Вот еще одна четверочка. Так, окей. Ну что, поехали до 400, до 950 тысяч можно жмакать вот так вот. Раскаленный доспех пятерка. Так, а теперь вопрос, кому его поставить? Очень-очень интересный вопрос, потому что новый герой в нем, в принципе, нуждается. Сейчас я так мельком посмотрю, подумаю, кому я бы хотел. Обратно его, возможно, вернуть. Так, тут у нас атакующий вариант. Может, в принципе, и Огнекрылу поставить. Ой, говорю, Огнекрылу. А Вольту вернуть, чтобы более живучий был. Анубис у нас с доспехом. Священный огонь Сидна тоже, по-моему, у меня с доспехом стоит, если я не ошибаюсь. Давайте так посмотрим. Видите, у меня большинство стоит. Именно этот талант. Так, пиромах, плюс одна клетка. Ну, вольт как вариант. Я его на урон и так могу собрать. Охота ему больше жизни все-таки дать. Так, череп, передача энергии. Возможно, черепу вернуть. Раньше он был с этим талантиком и нормально держался. Так, ну, душек однозначно нет. Одержимый собранный у нас на урон. Пусть будет пока на урон. Хотя вольт для новой локации надо будет атакующим режиме. Вот вопрос. Так, сюда вариант. Даже не знаю, ребят, что делать. Многие с такими талантами, какие не хотелось бы очень сливать. Ладно, давайте пока вольт утекнем. Он хотя бы не будет так быстро сливаться. Урона у него и так хватает. Лучше поживет немножко дольше. Так, побежали обратно на нашего стрелка. Будем пробовать дальше сейчас выбивать. Так. За самики получше падает все-таки. Чем за смены такие? Так, четверочка, не то. Интересно, когда они уже начнут чары продавать? Готовые, типа, терки сразу. Думаю, к этому тоже скоро время дойдет. Не знаю, как они еще этого не сделали.
Четверочка не то. Ну, как видите, здесь самые просто улетают и очень сложно выбить. Оу! И тут я задумался, что делать. Увеличивает скорость атаки. Для нового героя, как на китайке, блин. Очень классный талантик. Даже не знаю, что делать. Наверное, все-таки остановлюсь, потому что я потом его буду очень долго выбивать. А там, блин, этот герой с этим талантом просто божит. С другой стороны, можно ему просто поставить атакующий вариант. Он все равно включается очень быстро. Не знаю, пока оставлю, наверное, ребят. Не буду я тратить все до конца. Лучше оставлю. Уже думаю, обнова будет завтра, послезавтра. Где-то на днях уже выйдет у нас. И потому что я пока, честно говоря, возможно, дальше доролю на китайке. Пока в раздумьях. Вообще не могу понять. Героя дамага очень много. А вот по поводу талантиков, вариантов очень много по поводу чар тем более. То есть надо будет искать что-то ему универсальное. В любом случае, с необузданной яростью, кто смотрел обзорчик, там герой просто нагибает всех, все и вся. Так, а что у нас тут? 150 раз. Ну, посмотрим. В принципе, она завтра до вечера идет. Возможно, завтра запилят у нас обнову. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.